В России завершается декларационная кампания, в ходе которой граждане должны отчитаться о своих доходах за 2014 год. Сделать это необходимо до 30 апреля. Поэтому поток посетителей в эти дни в отделении налоговой инспекции огромен. Правда, от очередей здесь стараются избавиться и не томить людей в долгом ожидании. Записаться на прием сейчас можно и через интернет. Время приема декларации на исходе, а очереди к специалистам в налоговой инспекции Дзержинского района Волгограда нет. Дело в том, что федеральная служба сейчас максимально улучшает условия для посетителей, в том числе и за счет современных технологий. Так, к примеру, теперь можно воспользоваться электронной очередью. Из дома записаться на удобное время и прийти на прием к специалисту, не томясь в длинных очередях. Отличительной особенностью нашей электронной системы управления очередью заключается в том, что она интегрирована с интернет-сервисом онлайн-запись на прием в инспекцию, расположенным на сайте Федеральной налоговой службы. То есть налогоплательщик может заранее из дома записаться на прием в инспекцию в удобное для себя время. Запись открывается за 2 недели до предполагаемой даты обращения в инспекцию, завершается за 24 часа до нее. Волгоградка Ирина Груздева именно так и поступила. Пришла в налоговую инспекцию, предварительно записавшись по интернету, и получила ответ на свои вопросы за считанные минуты. Записалась по электронной очереди. Вот пришла узнать по поводу декларации за обучение. Все хорошо, очень красиво стало, все сделали. Новые условия приема посетителей и в налоговой инспекции центрального района города. Прямо в залах отделения установлены компьютеры, с помощью которых можно самостоятельно или с помощью специалистов заполнить как декларацию о доходах, так и документы на получение налоговых вычетов. Я продала в том году долю в квартире, менее 3 лет была в собственности. И вот пришла, сказали, что нужно заполнить декларацию. И здесь есть возможность заполнить здесь, распечатать и сдать, чтобы домой не ездить лишний раз. Декларационная кампания для тех, кто обязан предоставить отчет о своих доходах, заканчивается в России 30 апреля. Со всеми вопросами жители нашего региона могут обратиться к сотрудникам федеральной службы в дни открытых дверей. В очередной раз они пройдут в налоговых инспекциях Волгоградской области 24 и 25 апреля. Елена Лыкова, Мария Иванченко, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба».